Итак, время. Время есть априорное формальное условие явления по оси пространства и времени. Пространство и время вместе взятые. День за днем, за годом год. Время не назад, время только вперед. Час за часом, за минутой, минута убегает зачем-то, куда-то, почему-то. И как те, кто меня еще помнит маленьким, на моих глазах превратились в стареньких. И в глазах тех, кто, глядя на меня, рос, я, как их дядь, вижу тот же вопрос. Каждое утро твое пробуждение несет тебе прекрасное мгновение. Но помни, что это тем не менее новый день твоего взросления, мама. Мы все стареем, но слышишь, музыка звучит бодрее. Наша музыка звучит бодрее. Я знаю, мама, что мы стареем, но слышишь, музыка звучит бодрее. Наша музыка звучит бодрее. Наша музыка, только музыка. 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 Тысячи вопросов без тысячи ответов. Никогда бы не подумал, что со мной случится это. Девушки вокруг меня бред, младше на 15 лет. Ой, нет, наше время ждет нас за углом. По дороге на поминки или в роддом. Ты лысый, морщины, у тебя седина. Забудь, мужчина. Прорвемся, старина. Ведь на твоих глазах подрастают дети. Эти умирают, чтобы те рождали этих. Самый лучший круговорот. Это время не назад, это время вперед, мама. Мы все стареем, но слышишь, музыка звучит бодрее. Наша музыка звучит бодрее. Я знаю, мама, что мы стареем, но слышишь, музыка звучит бодрее. Наша музыка звучит бодрее. Наша музыка звучит громче. Наша музыка звучит дольше. И ничего не надо больше, мама. Ничего не надо больше. Лишь бы музыка звучала громче. Лишь бы музыка звучала дольше. И ничего не надо больше, мама. Ничего не надо больше. Лишь бы музыка. Время есть физическое понятие, которое мы чувствуем. День за днем, за годом год. Время не назад, время только вперед. Час за часом, за минутой, минута убегают зачем-то, куда-то, почему-то. Все, что у нас есть, это пространство и время. И если пространство мы можем менять, то перед временем мы бессильны. Итак, время.